Я моноїдзе. Скажи її ще 5 разів. Я моноїдзе. Так, ребята, доброе утро. Доброе утро, моноїдзе. Сьогодні 10-й день нашого путешествия. В смысле, нам 4 дня, что ли, осталось? Короче, сегодня 10-й день нашего путешествия. Последние 2 дня мы ничего не снимали, потому что очень сильно изменили тот год. Говори за себя, Катя. Вот. В общем, короче, 2 дня мы ничего не снимали, потому что сильно испортилась погода. Мы не ходили ни на какие тысячи почти. Ну почти, Маша сама у тебя шею намотала. Черный юмор. Кочуконский черный юмор. Вот, еще я заболела, поэтому я лежала в кровати 1.5 дня, наверное. Кажется, у тебя в порядке? По-моему, нет. Подскори, Масара! Короче, один день, сейчас... И сейчас сейчас мы едем на море. Иногда она меня пугает. Короче, мы едем на море на весь день, а потом поедем на винный завод. Вот и все, пока. Я просто скрасила. Опять она перенос 6 дня после винного завода. Кочукова, Кочукова. Пойдем. Сейчас, осторожно. Так, ну заканчиваем. Мы только что сбежали от них, они там едят пиццу, жирную пиццу, а мы едим мороженое. Это бесподобно. Это похоже на Рафаэлку. Это очень вкусно. Okay. Can you say мы любим Россию? Wait, I have to write it. Okay. Мы любим Россию. Короче, мы познакомились с итальяшками. Мы любим. Любим. Россию. Россию. Yes. No. Мы любим Россию. Давай. Короче, оставляем все сумки Кате. Катя, не спать, не спать. Александра хочет нам, ну, не впихнуть. Наркотики. Короче, да. А сколько капель можно было? Леша сначала выпил эту дрянь, а потом уже спросил. 10 капель, ничего страшного. Я вообще как? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Маш, попробуй. Оль, дай мне еще, мне что-то мало. Так, Леша, мало. И вот Остапа понесло. Я чувствую зависимость уже. Курям. Пончики. Чего курям? Цыплят.
я там стою. Жахнем! 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 Русская алкоголика. The next one. Ребята, Оля и Лёша уезжают завтра. Через три часа. Они уезжают через два часа. Это вообще через три. Через семь часов. Нет. Грустно. Я лечу сюда.